день памяти, те люди, которые знали его, знают даже что-то сказать о нем. Вот в моей детской памяти и до юности, уже я был взрослым человеком, я запомнил дядя Шумаэла. Ну, во-первых, дядя Шумаэл является просто для того, чтобы, ну, для тех, кто не знает, просто хочу сказать, что дядя Шумаэл – это родной брат моих двух бабушек. Вот, и поэтому, в силу того, что мы приезжали летом на каникулы к бабушке в Самарканд, и мне посчастливилось встретиться с дядей Шумаэлом, я много раз с ним встречался, и он мне запомнился очень здорово, потому что он был такой, ну, таких людей, как он, я не встречал до того, как. Потому что он был очень содержательным человеком, грамотным. Вот.